максимально стараемся добавочную стоимость оставлять здесь, на территории. Что касается картофеля и овощей, то здесь у нас, удовлетворяя нашу потребность в этих продуктах питания, мы активно двигаемся в автономные округа, ярмарки, которые мы начали проводить с конца августа в городах и Ханты-Мансийского, и Ямало-Ненецкого округов. Они показывают о том, что продукция очень востребована, с большим желанием люди с раннего утра приходят, занимают очередь и приобретают нашу продукцию. По картофелю порядка 20% мы планируем в этом году к реализации, ну и по овощам где-то около 35%.